что оказалось бы далекое время, но такое родное и близкое, звучали прекрасные песни, мы радовались, мы были искренними и чистыми, и песни были такими же. Поэтому я очень рад, что ты нас возвращаешь в то хорошее песенное время. Это музыка возвращает время. У меня есть предложение. Может, мы втроем еще пригласим Льва. Все-таки тебя тянет на хвои. Как подумано. Да. Не приятно. Нам предлагают на хвои. Давайте. Там не привыкают. Про дорожки наши, давайте, да. Военные, родового шофера, друзья, вместе с залом.